Так, все, Даша в кадре. Она сейчас покажет им сегодня в школе, ну, как бы еще не конец учебного года, но почти месяц остался тут, наверное. Вот. И им всем раздали вот такие вот подарки. Это такая коробочка, которая помогает сэкономить электричество. Ну, не только электричество, как бы, да, просто экономить всякие там ресурсы, да. Вот, энергию, и там и для воды что-то. Вот она сейчас достанет, вам покажет все. На 11. Ну, короче, лампочки. Лампочки электросберегающие. А, вот эти 9, да. Они а те по 11. Они также светят, как обыкновенная лампочка. Ну, мы куда-нибудь вкрутим, посмотрим, как они светят, но пока. Ну, нам там говорили. Вот, еще здесь есть такая штука, которая объясняет, сколько же ты это сохранил. Ну, это мы потом. Насадка для душа вот такая вот. Здесь можно даже регулировать. Да. Наверное, вот эту крутить, да. Да, так вот крутить и запускаться в душ. А при чем здесь экономия, я правда не знаю. Может быть, она там как-то экономично льет воду. Ночничок такой. И еще здесь есть, какой-то термометр. Даша сказала, что воды, не знаю. Только я не знаю, зачем вот это. Я не знаю, нужно и попробовать ничего не. А вот это вот и фильтр. 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 Фильтр покажи, какой это фильтр? Вот. Что за фильтр? Я сама не знаю, не разобрала эти фильтры. Что тут они фильтруют? Куда это вставлять-то? Ну, это надо, короче, знать, куда это использовать. Мы пока не знаем, у нас такого нет. Где-то, может быть, и стоит, но, а может и нет. Это нам пригодится в хозяйстве в будущем. Мы все это сложим. Это такая, как это, ну, изолента такая вот. Да, заматывать. Тоже в хозяйстве пригодится. Здесь такой маленький пакетик. Ну, маленький, потому что штучка. Вот, еще здесь есть две штучки для крана. Так, да, две насадки для крана. Вот таких красивых. Одна такая вот, как, ну, как и у нас такие мы были. А вот это, я не знаю, особенная. Это какая-то очень, может быть, она еще крутится, направляет. Да. Ну, еще здесь есть такие вот штуки более. Ну, там тоже фильтр просто стоит, да, внутри. Ну, мы, конечно, сюда вкручивать не будем, хотя можно было бы попробовать. Да, их можно потом снимать. Ну да, вкрутил, да, выкрутил. Так. Все, да? Или там что-то еще у тебя в маленьком пакетике? Таблетки для туалета. А, таблетки от жадности, да. Ну хорошо, попробуем, посмотрим, или там вкручивается. Какой там кран у нас, я не знаю. Какого? А, мы не знаем, какого цвета, да? Они там невидимые. Да, так это же надо читать долго и упорно. Ну ладно. Вот здесь есть написано про вот этот вот фильтр. А, куда вот этот вот синенький фильтр ложить? Ну, про этот кран так, понятно. Про этот штуки понятно. В кран. Таблетки нарисованы, лампочки нарисованы, фильтр нарисован. Ну, ясно все. Небось, по-испански с другой стороны. Нет. Как нет? Все на английском? Да. Видишь, вот с этой стороны. А, нет, подожди, это на этой стороне было. Ну, естественно, они же все на испанском. Не, чтобы на русском написать. Пишут на каком-то испанском. Вот уже. Вот, а еще здесь написан сайт. Ну ладно, мы туда не пойдем, на сайт.
Ну хорошо, вот такая вот Даша у нас добытчица. Ходила в школу. Говорят, что каждый год им дают какие-то такие коробочки с чем-то. Ну вот ей Даше сказали. Ну, посмотрим, что нам дадут. А может, в следующем году, когда в средней школе, то, может, не дают уже? Может, только в начальной? Мне кажется, что дают. Ну, посмотрим. Всем-всем дали. Вот столько там учеников, и всем дали такие коробочки. Да, всем. Ничего себе. Ну, ясно. Ну, ладно, крошечка. Давай. Пока.